На 5 дней тихая долина реки в предгорьях Хибин превратилась в арену столкновений яростных политических страстей. Закованные в броню армии ланкастеров и йорков бились насмерть за престол старой доброй Англии. Перы развлекались, избивая валлийских крестьян и поджигая кабаки, а шотландские кланы приценивались, кому бы подороже продать свои наемные мечи. Сходили с ума короли, а цвет дворянства избивал друг друга на турнирах. В общем, почти все как было на самом деле в 15 веке, во время войны Алой и Белой Розы. Именно эти исторические события послужили сценарием очередной игры, проводимой клубом ролевых игр из Мурманска. Ролевые игры, как один из способов с весельем убить свободное время, объединяют все больше и больше людей разного возраста и рода занятий. Главное условие участия – максимальное соответствие во всем, начиная от одежды до оборотов речи, избранному в качестве сценария литературному или историческому сюжету. Сюжет, как правило, избирают дрочливым. По кодексу игры учитывается качество исполнения доспехов, причем у многих собственноручно изготовленные образцы мало чем отличаются от исторических аналогов, да и драки мало чем отличаются от настоящих, разве что безопасным оружием. Добавим, что в этом году в Хибинах история сложилась иначе, чем она сложилась в истории. И в конце концов, счастье улыбнулось йоркам, которых поддержало королевство шотландское, за которых и тех, и других играли команды из Петрозаводска.